До банального смешно. У меня была группа товарищей, там 5 или 6 человек, я помню, что мы сидели в кафе, это был 2005 год, и мы подумали, вот сейчас идут выборы в Балашихе, а давайте проявим свою гражданскую активность, проявим гражданскую позицию, давайте выдвинемся, будем участвовать на этих выборах. Мы съездили в региональное отделение политической партии ЛДПР, потому что один из тех товарищей, который присутствовал на тот момент, он сказал, говорит, у меня есть там в партии знакомые. Мы поехали, соответственно, да, нам сделали документы на выдвижение, мы не собирали подписи, и мы дружно приняли участие на этих выборах, с которых нас дружно всей толпой сняли. Но я был единственный, кто подал в суд, не согласившись с решением территориальной избирательной комиссии, воевал до конца, собственно говоря, что и послужило неким толчком для того, что меня заметили и в 2006 году предложили возглавить вот эту балашихинскую ячейку партии.